Так, ну что, продолжаем. Чуть-чуть. Чуть-чуть я помучаюсь. С этим Варио. Так. Персонажа верните мне моего босса. Так, да, и управление. Недавно стримил вместе с Тором в онлайне босса. И неплохо, за один стрим дошли до босса вот этого уровня с начала игры. Поэтому что дальше на этом уровне, я знаю. Но однако этот момент так пройти не смог. Он меня протащил. Если этот момент пройду, то остальной уровень тоже пройду. Однако я пока не понимаю, как это пройти. Так, сейчас. Непонятно, как же там нужно прыгнуть. Самый дурацкий, по-моему, момент на всем этом уровне. Да я понимаю, что... Привет, я не понимаю, что слаб... Я понимаю, что слабый прыжок надо сделать, но я его не могу сделать. Гоги без тех... не знаю, как правильно прочитать ник. В общем, да, привет. Не могу я сделать этот прыжок. Не знаю, изредка получается, но потом я все равно куда-нибудь падаю там на шипы, потому что, ну, уже не успевает реакция. Я не ожидаю, что у меня получится. Вот. Более шел почувствовать. Привет, Тор, еще раз тебе. Ну, я вообще сегодня хотел нормальный стрим сделать, но проспал полностью, поэтому надо хоть что-то постримить. Да потому что этот момент, ну, то меня мучает то, что вот что я не могу пройти, как-то странно. А ты его так легко затащил в онлайне? Я вообще не понимаю, как. Какой у тебя пресет, в смысле? Чё поржал? Почему я должен был поржать? Да что такое-то, ну? Тут-то я чё умираю? Медиум крах проца, а я на фасте, по-моему, сейчас стримлю. Что значит я тащил, тупил? Вообще-то ты этот момент прошел буквально там, наверное, с 20 попыток, а я уже на прошлом стриме здесь мучился. Когда мы вместе играли, мучился, и вот сейчас еще мучаюсь. А, ну потом, ну, местами повезло там. Кто-то боссов затащил всех, практически. Да не хочет он чуть-чуть прыгать, ну, не знаю. Вроде так вот ты себя делаешь, ну это же вроде нормальный маленький прыжок, да? Ну не знаю, там не получается.
Останавливаться надо, ну хорошо, но я в принципе почти так и делаю. Странно, внезапно что ты хочешь есть. Все бы вдруг. Почти. На Сонике, ну мы как раз в онлайне когда играли, мы дошли до Соника. Но я потом понял, что я too slow. И короче все. Уже шел 6-й час стрима. Продолжим, когда я пройду Соник в одиночном. Давай так. Никогда. Можно удалять. А, ну ж, ну чё ж, ну... Блин, а... Ну должен же пройти этот момент, ну лол. Ну, 1000 это довольно-таки еще мало, потому что я почти что на каждом боссе 1000 трачу. Я Китти прошел с 1000 смертей, Марио прошел, по-моему, тоже где-то чуть там больше 1000, а Рю не помню. Единственное, вот эту Годзиллу прошел там где-то с 200 что ли. Торт, я все никак покоя не дает при ветру. Да ладно, по-моему, вообще изич. Разве нет? Почти 500 смертей прошел, а я, кстати, по-моему, на нем сколько потратил на гравитроне смертей-то? По-моему, 200 или 300, не помню точно. Ну вообще да, я тоже долго проходил, 40 минут, по-моему, проходил. На ВВВ вообще я прошел за 2,5 часа всю игру. Она легкая оказалась. Пару моментов там было таких не очень. Ну, в целом. Ну почему? Я же титры увидел, значит все. Блин. Не получается что-то. Секретки не открыты, ну так это же не говорит о том, прошел я игру или нет. Это как бы 100% прохождение. Да, я не на 100% прошел, но как бы саму игру-то я прошел. Всю.
Вот когда удается прыжок, то я как-то вот не хватает уже реакции мне сделать еще второй. Почему-то. Да не знаю, я не могу это пройти. Это то, что говоришь, давай пройди, это вообще лучше не становится. Я не понимаю, как этот момент пройти. Ну не понимаю, все. Ой, что это было? Нет, я прыгаю, потом умираю, и уже на кнопке направления не играет никакой роли на экране Game Over. К тому же, чтобы сделать мелкий прыжок, мне нужно отпустить все кнопки, и поэтому проблема возникает потом для второго прыжка. Я догадался, что что-то не так. Да ладно, вот это жесть. Ну это жестко очень. Если у меня такое произойдет, я, наверное, больше не буду играть. О боже, вряд ли. Ну или перерыв, наверное, будет год. Две 500, ничего себе. Нормально было Марио второй раз проходить? Или это только у меня проблемы с Марио? А,
что ж, ну как же там пройти-то, лол? По-моему, непроходимый момент, я не знаю, для меня. Что это вообще было? Да ладно, за 400 смертей я убил Марио, ну блин, это прикольно. Я охренел на его вообще убивать. Учитывая, что я его один раз убил и после этого не сохранился на 4 уровне. Ну вообще я потратил где-то около 9 часов, чтобы пройти Марио. Ну, естественно, это был не подряд, за несколько стримов. Локикав. Не надо останавливаться. Ну вот мне говорили, что надо останавливаться. Лол. Странно. Как это произошло? Ну ок. Так, ну сейчас, это-то я уже проходил, дальше я думаю пройду. Значит, мы, я думаю, сегодня скорее всего увидим Соника. Ой, чё это? Да лол. Это же легкий момент вообще, до ужаса. Ну да, но он-то сложный, но просто я его уже прошел один раз, поэтому как бы не думаю, что будет прям мега проблема сейчас. Так. Да что я делаю? Почти. Да что ты делаешь? Оп. И вот этот момент насчет секретки. Так, от той, которая там. Вряд ли я ее возьму.
которая справа. Нет, Торни изи, нифига. Я не видел вообще там, где он. Ну, секретка же осталась, да? Вот я не знаю, как это взять. Дождь льет? Ну, весна. Как это взять, я вот вообще без понятия. С моим-то этим прыжком... Не знаю, как это взять вообще, без понятия. Ну, буду пытаться, потому что надо же взять, но, блин. Но, походу, на это может уйти сейчас очень много времени. Я не знаю, ну, смерть, наверное. Как тут, Тор, как тут пройти? Ой, ты чем я? Какой алгоритм прыжка? Надо просто идти легонько прыгать или что? Блин, не знаю, как это взять. Лол, вообще. Мимо. Да что-то не выходит. Ну если у меня там были проблемы, то что ты хочешь? Вообще не очень. Чувствую, меня этот чел достанет. Не знаю, как ты это так быстро прошел. У меня скилла не хватает. Пираты мне вообще не очень, я так и не понимаю, в чем интерес. Не мое. Что значит все же? По-моему, это было очевидно всегда. Опа, получился. Надо просто прыгать второй рукой, походу. Так хотя бы шанс больше. Да случайно получилось. А как я прошел Варио, я вообще не понял, честно, до сих пор. Я второй раз вряд ли повторю.
Ну повезло, ну как бы вот. Мучился, мучился. Если долго мучиться, да, что-нибудь получится. Вот, случайно повезло. А-а-а! Косяк. Наоборот, фаст. Он не особо слоу. О. Блин, а. Не знаю, как-то вот оно нечетко. Не допрыгну, да? Да что ж это? Блин. Лол. Так. Да, хочу проверить справа, но подожди, надо же не слиться еще тут в прыжок тогда, ну, чтобы это сделать. Опа. Да. Привет, хоббит. Ну ладно, взял так взял. Прыгаем по букашкам. Ай, опять этот прыжок. Какой же он не очень. Сколько тогда смертей на него слил? Долго мы тут возились. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж.
Удалил босса, а ты в него играл, что ли? Ну, как-то ты не говорил об этом. А чё, прошел, что ли, или чё? Три часа? Ну, неплохо. Так. Не, косяк, блин. Да, Total Average. Total Average. Привет, Задрас. После демона, бегающего туда-сюда? Стоп, ты где? Что-то я не понял, это где? А, все, мелкий этот. Ну, обычно этот бегает, но я понял. Ну да, когда я первый раз играл, он тоже немножко мне мозг повыносил. В последующих попытках уже, конечно, он мне не казался сложным. В начале тоже помучился. Да что ж я не беру-то это? Не очень. А, ну не достал. Да, самое сложное запрыгнуть Китти, точно, точно. Я там, наверное, слил половину смертей. Блин. Там так нечетко запрыгивается наверх, я вот до сих пор с точностью не понимаю. Так, как-то на интуитивном каком-то уровне пытаюсь. То есть там не просто вверх и направо, там как-то, блин, странно оно. Упираешься постоянно во что-то. Сейчас гляну. На вот это перепрыгнуть. Ну, надо это как бы. Пытаться. Получится. Хоббит, а ты это на стрим что ли играл или так для себя? Так я-то походу какого-то персонажа нового разблокировал, да? Вот этого вроде не было. Это чем он опять такой большой? Он что, не стреляет?
Ладно, пока продолжаем. Возможно, придется отключать иногда тоже микрофон еще. Так, что произошло с игрой? Не отвечает. Ладно, повисло больше. Так, опять управление поставить надо. Так. Ах ты ж, не вовремя прыгнул. Так, мне нужно прыгнуть, когда он идет туда дальше. Вот. Ой, там сейчас внизу будет такой прекрасный в кавычках момент. Звуковая карта отдельная, зачем? Мне вроде и с этой норм. А что шипит? А что шипит? Подожди. Ничего не должно шипеть. Не знаю. Ну, вообще не должен шипеть. У меня обычно все нормально, мне никто не жаловался. Странно. Ну, я не знаю, может это что-то со стримом самим, потому что, ну, не знаю, у меня микрофон вроде довольно-таки нормальный и... А, ну понятно. А, что я сделал? Ну, я знаю, что звуковухи это прикольно, но как бы они же и денег стоят. Тем более хорошая звуковуха вообще нормальных денег стоит. Ну, я точно не уверен, да, но он тебе сейчас, наверное, скажет. А, кто, подожди. Я попутал, а кто мне... Подожди, так ты же мне только что писал про звуковухи. Разве ты не знаешь, какие цены? Ну, по-моему, там нормальные начинаются где-то ориентировочно 1006, нет? Ну, это такие, хотя бы, которые, ну, начинаются только нормальные, насколько я понимаю. Ах.
Опять этот момент проходить. Комфис дешевле, в смысле, ты о чем, Тор? Да что ж ты. Неприятный момент. Ну, Тор за... Хороший звук, ну, если коротко говоря. Да, не очень удачно. Нет, ну Задрос на самом деле тоже немножко поспорю по поводу того, что в материнках, ну по крайней мере в хороших материнках совсем не очень звуковухи. Я про это тоже как бы еще поспорю. Ну как бы естественно они не прям меломанские, но если там какой-нибудь Realtek 892 там, да, то ну, уже в принципе нормальный звук. Ну, такой для среднестатистического человека, как бы он подходит, в принципе, нормально. Не, ну если у тебя был какой-нибудь IC-97, то понятно. Да как тут упасть-то правильно? О. Ну вот и все. Фух, Соник. А, стоп, а секретку то как взять-то? Блин. Пружинки вот эти меня вообще раздражают, я не понимаю, как от них нормально уходить. О, как я мало попал в него, был вообще, ни о чем. Что ж такое не сработает, уже? Да, Задрос, я думаю, что это не на один стрим. Ну, я не могу больше, я не понимаю, когда. Видишь, я начинаю сразу погибать, если пытаюсь в него стрелять. Опять мало потратил. Я убивал его за одну фазу. Ну, в смысле, не убивал, а я имею в виду до второй фазы доводил. Но такое случалось не всегда. Зажали, как вообще там можно было. За пружинки я вообще не понимал, как пройти.
Так. Это вообще непонятно как. Что значит ходить надо влево-вправо? Надо прыгать, чтобы он не попал. Ну, желательно. Можно, наверное, и ходить, но логичнее прыгать, если есть прыжок. Или я чего-то недопонимаю? Да что ж ты? Ему оставалось там пару пулек. И куда я должен был сейчас идти? Вот если бы я прыгнул, то было бы проще. Да нет, Тор, ты глупость, по-моему, какую-то говоришь. Ты же сам не прошел, откуда ты знаешь, что проще. На Ютубе посмотрел. Может, ты и прав, но я пока этого не заметил. Да, победил. Ну, понятно. Здесь хотя бы до босса легко добраться. Вот этот шип, он как бы ничего не стоит. Да, как я сам не догадался, что если уворачиваться, то я пройду. Да, он прав, что я too slow. Забыл вообще, что-то, что надо делать. Попробовать уворачиваться без стрельбы, ну давай. Ну, мне кажется, вообще никакой разницы нет. Все равно меня, видишь, если меня достают, то достают. Разницы нет в том, что я стреляю или нет. Ой, не в ту сторону пострелял, ну это лол. Да что же он, увернулся таки. Я не знаю, как тут ходить, это вообще, по-моему, нереально, проще прыгать все-таки. Он же меня зажимает снизу, откуда я знаю, куда он полетит? Do this again sometime.
Не, тошняга какая-то, надо прыгать. Сколько мы там было смертей? Где-то 8300, когда я начал. Как он меня не задел, что я не понял. Похоже, он слишком быстрый. Опять мало потратил. Вообще забылся. Да что так мало-то потратилось? Блин, по-моему, буквально одну пульку ему осталось. Не, какая-то нереальная фаза просто. Как это нет? Там полно пружин вообще-то, Тор. Вот это нет пружин, да, по-твоему? Вот это вот, это нет пружин, да? Это я не знаю, что по-твоему есть пружины. Вот это вот совсем на меня не пружина сейчас упала. И вот это не пружина меня толкнула. Я не хочу видеть ноль пружин, я просто от них уворачиваюсь. А ты говоришь, как бы якобы слева ноль пружин. Ну ничего, с какой-нибудь миллионной попытки, наверное, пройду. Если Марио прошел, то почему я это не должен пройти? Почему 4К? Ты же говорил, на него нужно где-то 40 тысяч. Или что-то я путаю. Мне кажется, с такими успехами там будет 40 тысяч и даже больше. Ну за 3К кому можно? То есть я не понимаю, что значит можно. Как будто вы прям знаете мои возможности. За 1 000 000К можно. You're too slow. Too easy. Piece of cake.
or too slow. It's too easy. Piece of cake. Лол, как это вообще пройти? Ну, видели, да? Да, мне Соник нравится. Игра детства как-никак. Три месяца? А Интегра это кто-то из Про? Да что-то удалять вы рано пишете. Я всего еще меньше 100 смертей потратил. Ах, ты ж зачем я прыгнул-то? Ну чё я его не пробил-то? Как же от него вернуться-то? Да, чувствую, этот босс доставит эмоции еще. Too easy, piece of cake.
Так, так, ни одна ни в нее не попала. Что ж так мало-то, ну... То погибаю, то слишком мало трачу. Какой-то он не очень. Я не пойму, как вторую фазу проходить. Ну, то есть, как бы, не то, что не получается, я не пойму принцип. Особенно, если его еще надо здесь убивать, то вообще непонятно. Если только уворачиваться, то я еще могу понять. Нет, но он не уйдет со своей второй фазы, да, если я не буду его убивать? Или уйдет? А, то есть... Подержаться, я понял. Да не буду стрелять вообще. Too slow, too easy, piece of cake.
Кто будет делать популярную игру сложной? А Боша. Он довольно популярный, по-моему. А, или Боша, это же Изич, да? Все так говорят. Лол, я просто вниз упал. Что-то я не в него не стрелял. Ну ладно. А, не важно. А чё он не сдал? В каком смысле Боша была первой? Она же не была первой. Это кто сделан вне в гейммейкере? Вот эта игра? Ну вообще-то она сделана в этом Multimedia Fusion. Ну, эту игру создал не программист. Ну, по крайней мере, не знаю, может он и программист, но как бы создавая эту игру, он не применял навыки программирования, так скажем. Вот так, потому что это в конструкторе игра собрана. Называется Multimedia Fusion Studio. Или как там, Multimedia Fusion 2. Она же Games Factory. Ну, я не знаю, на каком движке остальные игры. Может быть, он и программист, но именно больше она собрана в конструкторе. Ну не знаю, это же далеко не первая игра Солгрина.
А насчет остальных не знаю. Конструкторы они или он уже все-таки программирует, но именно это вот я сказал. Да, а так вообще да, кучу игр тоже можно в конструкторе делать. Ой, много слишком. А, да куда же я упал-то? Вниз? Ну, ладно, запомнил. Траектория у него странноватая, по-моему. Ух ты ж. Бомбочка. Кого бомбануло? Ты чё? Как ты это понял? Не. Я музыкой наслаждаюсь. А что, Soul Green не единственную игру сложную, что ли, делал? Остальные у него тоже как-то в это ориентированы? Я думал, у него там разные совершенно. Я просто ни одну еще не смотрел, я же эту не прошел. А, стоп, а вот это вот I wanna be the very best, это же его, да? Есть, добил под конец. Ну Тор, вот это помнишь, я тебе скидывал I wanna be the very best? Это вроде бы его. И у него же сайт вроде скачал.
Кстати, в той игре нельзя выбрать сложность. Сколько такой от него ворачиваться-то надо? Ну я не могу считать эти бомбы. Ну вообще 8 было бы символично. Ну потому что роботнику надо 8 ударов нанести в Сонике во всех частях. Кроме, по-моему, какой-то. Ну, в общем, почти что везде. Ну, чтобы он подох. Там, кроме последних боссов, еще чего-то. Ну. Обо что я умер-то, я чуть не понял. А когда считать-то? Я же смотрю за траекторией. Ну ты же вопрос не точно задал, а я ответил то, что подумал. То, что у меня последнего в голове было. Ну что, уже где-то 150 смертей примерно, да? Нет. А с чего вдруг? Соник же не Марио, чё от него гореть-то? Ну, по крайней мере, на 150 смертях. На 2000 может быть. Привет, Just Observer. Какая? Эх ты ж. Сколько бомб-то было? Торта не посчитал? Это где? В смысле? Силгрин что ли сделал?
Блин, я у него не потратил. А, Small Games, ну давай на стрим. Да что-то он низко прыгает, как же от него вернуться там было. А зачем я прыгнул? Ходить реально проще. Это через связку ничего не изменится. Не, через 3 часа уже стрима не будет. Или даже стримера не будет. Ну, посмотрим. Эх, чё ж он... У него траектория очень странная, поэтому я не могу от него вернуться. То есть я думал, он сейчас полетит на меня, а он полетел выше. И в итоге я на него прям прыгнул. Вообще я не думал, что здесь был Соник, это же Wario World. Почему тут Соник?
Ушел. Я, кажется, начинаю понемножку понимать, как от него там уворачиваться. Ну так, слегка. Тут не всегда получается. Ну что это? За пружин я не знаю, как уворачиваться. Ну вот когда вот так он делает, то я не знаю, как вернуться. Бля, чё он опять ушёл? Не, второй раз пружина, я вряд ли переживу. Какие-то о чём? Не-не-не, плохая траектория. Ну, хотя бы интересный. Соник интересный. Поэтому мне норм. Опять убежал. Я думал, проскочит. You're too slow.
piece of cake. Вообще не попал. Что-то вообще как-то слабо. Да и тут почти не попал. Да. Ни о чем попытка. Так, ладно, сейчас перерыв, мне тут зовут.
Продолжаем. Продолжаем топтаться на месте. А что это? Да что ж не забил? Поймал. Ну, Тор, есть меньше надо. Явно не из-за этого. Значит, кто-то вчера не помыл. Я не знал, как от этой бомбочки уйти, чтобы еще и пацаника не попасть. Too easy, piece of cake.
их не добью. Да. Не, если с первой фазы не добивают, то можно сразу ударять. В смысле, ну, с первого цикла. Как от бомбочек уворачиваться, я вообще не представляю. Не хватило опять. Да почему в него не попадает вначале? Он too fast. Это опять удалять можно. Или повезло. Нет, не повезло. Вообще опять не попало ничего. 5 пуль, ни одна не попала. Как вот так может быть? Кривой движок. Или это типа фича такая? Бля, сомневаюсь, что это фича. Нелогично слишком. Если бы она никогда не попадала, то ладно. Но если она то попадает, то нет. Да что такое? Вот сейчас все попали. Опять неудачная траектория. Что это за траектория, я не понимаю. Вот 3 бомбы, 4 он выпустил. Ну 3 я обошел.
Дропать больше нет. Ну, потому что... Не знаю. Я не смогу ответить на этот вопрос. Бывает он с первой, это иногда. А на вторую уже слив. Не, сейчас он шоу мне. Бомбочка, как увернуться-то? Ну, ну можно в пропасть упасть, даже ничего. Сразу в пропасть падаю. Но как еще-то? Надо было стоять, не прыгать. Да куда ты убежал? Да что я делаю не так?
Привет, Снап. Да что я опять навал, что-то я тупить начал. Опять он не убился. Ну вот, Снап, у меня то же самое. Не скоро, Хоббит, не скоро. Да как? Взрыв, я все время не рассчитываю, что он такой большой. Ну, я. Это я тоже понял, что на эту сторону. Чтобы он растягивал свою траекторию. На бомбочке засмотрелся. Нет, Снап, мы уговорили, что стрелять там не надо, только я только теряю как бы концентрацию на управлении, и а смысла там ожидать нет, потому что там потом будет где-то мажет, мне так сказали. Да опять его эта траектория. Куда он на второй круг-то ушел? Это же вообще не в тему. Да ты чё, ещё и не сдох? Hey, we should do this again sometime.
Хоббит, а что ты вообще стримишь-то? Привет, Интегра. Звук немного раздражает. Как-то он неудачно сейчас крутится. Ах, ты ж, ну куда я на бомбу? Какая-то уже была пятая или шестая бомба. Привет, Филор. Лол, я не знаю, кто это Хоббит. Пули все мимо, ну да. Но они не для этого летят. Они для чтобы отвлечь внимание. Слоу ник это что? Не понял. Я-то слово, ну, я слово, да, не могу его осилить. Дамажить его на полете, ну в смысле когда он суперсоником летает. Не, Хоббит, ты чем-то не тем тут занимаешься. Давай, Хоббит, удачи.
Я все равно не скоро, наверное, тут сдвинусь с места. Нормкоманы, ну да. Я первый раз прохожу. Я не очень вообще играю. Так я не взял таймер. Я же не взял эту секретку. Time.